Сегодня утро, 3 октября. Я специально это говорю для жалейщиков Никиты, что помолитесь об этом деле. Сегодня у нас с утра уроки начались. Вот посмотри, подними. Сколько ты делаешь ошибок, неприспособленности к жизни. Вот. Вот это у нас газеты. Много газет берем, отходы, которые с какими-то там помарками. И нам давали в отходах. И мы брали. Алтайская правда, другие. Ну, они лежат в одном месте, целая пачка. Берем на разные хозяйственные нужды, на растопку. Я вот беру ее под себя постелить. Ну, тут такие фотографии красивые. Я вниз так повернул, чтобы не было... Вот. Я взял сегодня оттуда вот эту вот... Лежит вот полка, у нас тут часы. Тут все абсолютно. Тут ваш ноутбук, одежа, вот Сережина, моя фуражка. Все такое. Я ее постелил, вот так посмотрел. Никита ушел проверить мордушки, рыбалку. То ли краска типографская тут бывает такая. Да нет, это же сажа. Володя, а как же так? Саженная и там, где мы кладем. Через чистых простыней это другое. Никита. Ну, Никиту дождался. Никита. О, моя работа, Никита, сразу. Так было? Так. Так. Ты мне вопрос только дай. Ты чистое от нечистого отличаешь? Левит, 10 глава, 10 стих. Священное от несвященного, чистое от нечистого. Сегодня церковники, особенно священство, они этого не понимают. Им нужна и экономия, и экономия. Экономия нет, миллиарды сыпят везде. На машины, на свои. А экономия это послабление канонов. Да если по канонам никого не будет в церкви, то есть это дельцы. И которые приходят из сектантов, они это понимают, засланцы. Они разрушают православие. Вот у тебя это то же самое. Чисто от нечистого не отличаешь. Лежит она там. Я захожу, фуражку положил на сажу. Сажа хуже всякой грязи. Первый вопрос. Зачем ты ее туда положил? Кто-нибудь до тебя делал это? Нет. То есть ты все время вводишь новинку. И новинка такая, которая ну, заставляет усомниться, что ты не вредишь. Зачем ты ее грязную? А у нас кружки открытые на плите. Ну, когда закрытый кружок, то надо сначала нагреть кружок вот этот вот у плиты. А когда открытый, вот открытый, прям поставил огонь, оно быстро нагревается. Быстро. Ну, она и засаживается. Ты взял грязную. Куда ее можно было? Ну, вот эту часть, которая грязная, оторвать. Туда ее сразу сбросить на растопку, это оставить. Или свернуть отдельно и пользоваться. Почему ты ее под себя не постелил? Садиться на нее. Я сижу на лавке или стоя ем. Почему ты ее, когда запачкал, почему ты ее не поставил, не положил на скамейку и сел бы на нее? Почему ты это мне устроил? Ну, это не вам устроил, не специально. Ну, это для всех устроил, не для... Ну лежит, а я прихожу, здравствуйте, мир дома всему. Фуражку сую туда, видеоаппарат туда, но я же не вижу, она лежит горизонтально на уровне глаз, вот так вот. Я ее не вижу, какая она есть-то. А когда снимаю, откуда у меня сажа? Руки сажены. Ну, и никаких, это уже не первый раз, оказывается, ты. Зачем ты положил ее туда, когда ей место теперь... Ну, она уже использованная. Саженная, и ты ее опять положил на место. Зачем? Я положил туда, на вторую полку. Ты понимаешь мне что? Ты напоминаешь, у нас тут глухонемой один. Ну, ему домой поехал, трехлитровую банку дали. И садится на телегу, молока. Ну, он шел, как всегда, такое-то. Бабахнул ее, готово дело. Банка разлилась, стекла посыпались. Я спрашиваю, зачем ты ударил? А я вот так вот шел, я вот так ударил. Ну, там железки разные есть. Я говорю, а зачем ты это сделал? Ты бы сел, рядом люди тебе подали. А я шел, вот так ударил. У тебя такие объяснения. Ну, что ты положил, грязно это всем понятно. Я спрашиваю, цель. С какой целью ты потащил на полке? А я не на третью, я на вторую положил. Ну, на вторую это как раз я одежу ложил, смотри. Это чья? Я сложил вдвое газеты-то. А? Сложил газету, я не разложил ее сажей так вот. Прикрыл. Ты вот сложил вот так. Ну, грязный, а вопрос остался тем же. Но она развернута уже была, когда я пришел. Я оттуда беру под себя, стелю ее. Зачем ты сейчас уворачиваешься от ответа? Я на вторую полку. Зачем ты ее чистой с нечистым смешал, саженная? А я ее свернул. Ну, что-то это меняется. Она 6 минут уже развернутая. С какой целью?
когда рядом там, даже целиком бы ты ее отдал Володе там на растопку, и это у нас там много ее бумаги. Зачем ты саженную положил туда? Я хочу понять тебя. Это для твоих защитников. Я и хотел на растопку, ну, торопился и положил туда. То есть торопился. Вот на этом месте ты находишься, смотри. Ты так торопился, что просто кинуть туда никак. Тебе надо было взять ее, подойти, здесь куда-то сунуть. На это время это больше надо. Я тебе по частям раскладываю. Но она сажена, остается вопрос. Ты же не трудно догадаться, что она саженная. Я вот с тобой, когда работаем, я тебя беру себе в пару. И все время наблюдаю, в чем дело, какая причина. Кроме того, что ты безразличный к жизни, тебе это трын-трава все, пропадя на пропадом. Тебе старобряться надо было идти. У них так, лежало 1000 лет, пусть дальше лежит. Нас это не касается. Ты ничего в жизни не сотворишь никогда. Потому что все уже придумано, и ты вот так вот выворачиваешь. Вопрос остается, зачем ты саженную положил в чистое, на чистую полку? Не зря у нас отец говорил, хохол немытый. Все время нас... Как же не так? Хохол не мытый. То есть вы не разбираетесь, выходит. Мой отец жил там, и он, видимо, это знал. Ты понял? Да. А вопрос-то не отвечен. Зачем ты ее туда положил? Ты говоришь, а я торопился. Ну, раз торопился, теперь что? Туалетную бумагу на стол ложить, когда она использована была уже в туалете? Как ты не торопился, ты ее все равно в урну сунешь. Ну, не добежал до кухни попутно, да на стол и бросил бы бумажку. Это один вопрос. Второй. Я положил, не трогать. Ты уже видишь, что она саженная. Теперь ты берешь ведро с гальянами, подними ее. Ведро это без сажи. Но ты его приходишь и на сажу ставишь. Теперь оно саженное. Это только сейчас, на ходу я тебя ловлю. Ты не понимаешь этого совершенно. Ну, но не сажено, но мы не ставим его на стол, на земле всегда стоит, а. И тем более я поставил... Да вот сейчас ты поставил здесь, я говорю только о том. Взял вот это ведро и на эту саженную поставил. Сейчас только, я тебе сказал снять его. Этот. Вот теперь смотри, ты на уголок поставил. Ну, это во-первых. Во-вторых... Во-вторых? Ну, оно все равно нечистое ведро-то снизу-то. Понимаешь, я ничего не могу сказать. То есть ты когда ставил, так и думал, так ведро оно нечистое, тут нечистое. Это ты все обдумал и ставишь умышленно. То есть у тебя там компьютер работает. Ну и в уголок поставил сразу. И на уголок поставил. Не ставь, дорогой, на уголок. Она грязная. И не просто грязная, саженная. Сажа и грязь. Грязь мокрой ладошкой провел, ее нету. Сажу отмывать надо. Сажа, она въедается, она в кожу, вот она. Ее нельзя отмыть. Не делай эти оправдания, не подставляй гнилые подпорки. Это первое. Второе. Третье. Я только то, что сейчас зашел, увидел у тебя. Вот ты, я тебе говорил, этот жир гальянов, сейчас-то все ложки-то такие-то, непонятно. Ну, сразу их, ну, обувайте, а то вареньем было лежит, я приклеил руку уже. Это еще что-то мешали. Сразу там где-то отдельно. Вот это твоя работа, да? Это стояло в печке. Ну, а от гальяна там это жир очень вкусный. Вы вначале нет, а теперь каждому дай. Вот. Ты ее вытащил сюда. Она была в печке. Она уже закончена в виде. Сушеные сухари. Дальше что ты делаешь? Сейчас приходишь. Свежая рыба, подними ее сюда. Это я только краем глаза увидал. Вот, а немножко поймал. Он берет и начинает чистить кишки, это же самое. Но когда сухари высохли и новый хлеб режут, то старые сухари снимают. А новые... Зачем ты сюда начал сейчас кишки все вываливать? Когда она высушенная, дальше она пересушена, мне ничего не будет. Ну это, понимаешь, махонькому ребенку понятно. Зачем ты сейчас начал сюда кишки опять толкать? Высушенные. Ее только надо что, отскоблить и на чистую бумажку, вот она есть, как в прошлый раз было. Но ты при людях это делаешь. Я тебя отстранил от готовки, потому что ты совершенно все портишь. Вот оно где. Разрешил только готовое наливать. Ты мог вот так соскоблить? Я спрашиваю, мог? Да. Почему этого не сделал? Почему ты стал сразу же... Сюда то, что только вот оно, видишь. Вот так рукой подержу, чтобы не разлетелось. Все. Вот теперь сюда. Потому что то высушенное.
Зачем ты начал сюда кишки толкать? Я уже в панике был, тут такой шмон навели, я уже давай тут все воротить кругом. То есть еще больше добавлять? Да. Это оправдание. Ты понимаешь, это... ответ-то какой? Какое это оправдание? Это, ну, любому понятно. Трудно, ну, ты видишь, что отодвинул, в чашку положил, это соскоблил, теперь это опять положил. Понимаешь, это вопреки здравого смысла. А ведь находятся такие же, как ты, которые говорят: Никита, какое у него терпение, да ты герой настоящий. То есть вот этим героизмом у нас страна заражена. Или простое. Вчера мы с тобой раскручивали рабицу. Я, ну сколько она рабица-то, допустим, 4 метра. Она свернутая там, уже была где-то под землей. Я тот край захватил, тебе отдал этот. Я обошел весь край, распутал. Зашел с твоего, распутал. А ты как взял в одном месте, так и сидишь. Ну, они там рабятся-то на крючочки там всякие. Я гляжу, что ты один крючочек в руку берешь, потом второй крючочек в руку берешь. Потому что ты ничего не делаешь. Ты сидишь на месте. Я давай тогда дальше распутать. Распутали, переломанные, вытащили где-то отдельно. Почему ты рабицу вчера так мучил-то, не распутывал? Почему, когда ну, я прошел 5 метров, допустим, а ты 5 сантиметров не прошел? Ну, явно что-то не то. А там ничего нету. Ну, она проволока. И друг другу, смотри, где засыпилась, отцепить ее дальше, что-то убрать. Почему ты на одном месте сидел? Это то, что я скоснулся с тобой. Ответа никакого нет. Второе, когда мы ее раскрутили, теперь, ну, у нее же торчат эти все вот такие крючки-то. Ее вместе нельзя собирать. Я полез наверх, говорю: мне подавай. Ну, подавай за конец, тащи она. Ты ее мигом свернула, она опять все... Ты мигом ее свернул, и мне... Ну, а теперь ее как, она комком ее, не еще... Опять слазь, опять разворачивай. Зачем ты это делал? Ответа нет. Дальше, я тебя учил, как копать яму. Вертикально. Яма должна быть пошире, чем лопата. Иначе как она пролезет-то? 5 раз посередке, 1 раз, тем более земля мягкая, отковырнул и в угол. Вот квадрат и в угол туда. И выбрасываю. Дал тебе, ты тыщешь. Ты ямку делаешь вот такой вот на носок лопата, а дальше-то она не лезет. Я уже неоднократно говорил, учись копать ямы. Яма это и могила тебе когда-то будет. Ну ты стоял, видел, как я копал? Да. Быстро? Да никакое сравнение нету. Ты стоишь, только яма на глазах растет. Туда 5 ударов, вы еще 5 ударов на полштыка, а еще уже на штык лопаты я ушел вниз. Ну везде надо присматриваться. Дальше я тебя беру пилить доски. Нам надо отпилить. Мерку мы сделали, начинаем пилить. Положили 6 досок. Ты это помнишь еще? 5. Внизу, которая лежала, 6-я, подровняли. Потому что по 5 эти, которые положили, вы здесь лежат по 5. Положил ты, я говорю, ту сторону равняй. Иногда подойду, вот настолько не подходит. Это что ты, неровно-то? Ну ровно надо, подтянул. То есть все время надо какие-то толчки давать. Ну неправильно мы отпилили, неправильно. Испортили доску, она никуда не годна. Дальше ты идешь, а доска на доске, ну 5-то. И она вот так наклонилась, и уже я ее рукой поддержу. Ты мимо идешь. Я остановил тебя. Никита, ты видишь, что доски наклонились, этот штабелек маленький наш? Что? Вижу. То есть у тебя зрение работает. Ну а что дальше будет? А что дальше будет? Ну я не буду рукой держать. Что будет? Догадался. Развалится, упадет. Упадет, теперь труднее складывать. Ну ты мимо ее идешь вот так вот. И, ну рукой-то поддерживай. То есть я уже понял, что тебе все равно. Упадет она, не упадет. Тебе трын-трыва это. Ты в жизни привык вот так жить. Наложили, налопался, встал и все. Ну еще делать-то ничего нету. В компьютер поиграю. Уколюсь наркотиком. Здесь другая обстановка. Ты христианин, принял святое крещение. Я на каждом шагу, ни одного пока дела нет, чтобы не вывернуть. Теперь мы отпиливаем. Ну, доска 6 метров. Мы отпиливаем ровно 3 метра, чтобы им передать, смотреть ее положить. Я тебе показываю. Вот, ну, тут, где у нас насыпь идет, влево ложи 3 метра. Сюда то, что останется. А там бывает 3 и 5 сантиметров. Отпилили, положили. Так, сюда кладем пиленное, ровно здесь нет. Следующую доску отпиливаем. Следующую. Ты опять тащишь. Вот сюда теперь, если я бы не сказал, ты мог бы еще положить. Но раз я сказал, ты теперь целый перекидываешь на эту пачку. А не, не пачка, а просто места отведенные им. А которые больше 3, ты туда. Я говорю, Никита,
Ну, мы сейчас договорились. Здесь кладем одни целые, им подаем, они смолят. Они должны быть ровно 3 метра. Второе. Третью доску ты опять туда, наоборот делаешь. Я остановил, Никита. Ну, уже третий раз я сижу здесь, подняться мне трудно. Сидя пилю. Сидя. Ну, у меня ноги не шевелятся, в коленях не сгибаются. Ты ни слова не говоря, ты очень послушный. Но опять, четвертую доску отпилили, ты опять, которая целиком, ты ее сюда бросил, а эту туда. Зачем ты это делал? Подряд 4 доски, это в течение 5 минут. 4 раза ты извратил и извратил вот так, у тебя все переворачивается. Мы сидим, доски рядом, шагнуть 3 шага только. Почему ты их все время наоборот делал? Я тогда говорю, Никита, давай, повторяй за мной. Слева мы кладем точно по 3 метра. Ты будешь повторять? Ты склонный послушания. А эти мрут, какой с Никита, да какой он долготерпеливый. Прямо тебя жалеют, ты бы знал как. Прям подражатель у тебя уже вся Украина сейчас. Все будут делать наоборот, что Порошенко говорит. Четвертое, ты четвертую подряд 4 раза вот так переворачиваешь. Зачем? Ну забыть никак нельзя, сидим в течение 5 минут. 4 раза извратить, наоборот кидать. Это уже... Тогда я взял пилу и... Давай, бери, отмеряй. Заново решили перемерять. Уже перемерять. Куда ты накидал? Было это? Ну, было. Ну, зачем же ты это делаешь-то? Ты специально засланный сюда, чтобы меня третировать? Ну, мы же работаем, дорогой мой. Непогода нас поджимает. Вчера съездили, ничего не получили. Опять непогода... И мы даже 10 вряд ли выйдем октября. Нам надо закончить. Но мы в непогоду, в дождь мокрые работаем и работаем. Эти-то, которые нападают, которые что-то делают, они ничего не делают. У них больше нет служителей, дьявол, он лжет и все. Мы на них ориентир держать не можем. СД всегда были и будут. Это я фамилии первоначальные буквы говорю. На меня сатана, я уже высчитал его. СД. До этого там был муха. Там С тоже какой-то, на С и все. Так, ты будешь сегодня, как я говорю, делать или по-своему? Буду. Что будешь? Делать как должно. Должно. Я тебе говорю, Никита, если ты еще не понимаешь, спрашивай. И главное, приглядывайся, рядом Володя работает. Я говорю тебе это. Вчера мы начали мазать доски, мазать, то есть протравливать, иначе сказать, дезинфекцию дать, иначе сказать, продлить их жизнь. То есть это все в это входит. Отработка с машины, потом купили антисептик, антисептировать. Ты это понял. И ты просишься, а можно я буду мазать? Я сказал, Володя, отдай ему, пускай учится всему. Так было? Так. Но ты должен делать так, как Володя делает. Это мазут, он не отмывается. Доски мазать. Ты только, ну сколько, ты я отвернулся, гляжу, ты уже на четвереньках. Ты уже взял, а что, а мне неудобно. Но это мазут, его не отмыть, ничего, у тебя брюки какие. Даже от сапог трудно его отмыть. Так было? Я спрашиваю. Так или я придумываю? Я тебя поднял. Никита, или ты делаешь, как Володя делает, ну, она как виходка, как швабра. И надо обмахнуть ее. И какие ошибки будут у тебя? Ты сейчас... Я не знаю, как ты будешь сейчас делать, опять, вот ты будешь делать не так, как надо, это я знаю. Но что именно не так? Я сказал, она у тебя будет ползать по полу, ты будешь глину собирать, а глина тут даст тебе пропуски. Второе, ты будешь сильно макать, у тебя полетит везде этот мазут, тебе подойти нельзя. Ты только начал, сразу начал это делать. То есть никогда нигде не работал, это я принял. Я тебе сказал, ты на стройке, гоже, только на какую-то подсобную работу поднести. И только не так, что менять то раствор, то кирпичи, ты наоборот начнешь делать. Тебе нужна такая работа, где тебе никуда нельзя сдвинуться. Тогда ты будешь делать. Вот дали, копай землю. А рядом лежат доски. Доски, заплачено золотом за них. Ты разницы никакой нету. Заваливаешь доски, я пришел, досок нету. Это у матушки было. А где доски? Какие доски? Ну вот они лежали, доски-то здесь. А ты откидал опилки, уже завалил. Это не безразличие. Это безумие. Довольно безумие, Пахомий сказал. И брат обиделся. Значит, делать так, как мы делаем. У нас это выверено. На коленке не становиться. Потому что доски мазутные. Ты меня слышишь? Да. Зачем ты вчера на колени встал?
На одно колено, скажем так. А? Ну, спина у меня болит. Ты мне так... А зачем ты просился на работу на эту швабры обмахнуть и делать? Спина болит. Ну, не буду же под тебя, теперь спина болит, поэтому на пузе ползай ты. Ты напросился, я тебе не ставил. Ты сам просился? Я удовлетворил твою просьбу рабочего класса? Да. Да. Да хочешь ж теперь ты жалуешься-то? Я пойду, а сам бежать не можешь. У Давида там было, когда, ну, это, у Иова. Кто побежит? Сразу выскочили два. Люди бежали не просто так, а марафонский бег был. За 42 километра, там 190 метров. Ты зачем же выскочил-то? Я тебе дал. Теперь, когда ты просишь что-то делать, я должен как-то тебя... расспрашивать, ты подчинишься, будешь делать как положено, или ты сразу вот так вывернешь? Скажи, Никита Андреевич, тобой кто-нибудь занимался, вот как я занимаюсь? Нет. Никогда. Как ты думаешь, если я тебя на четыре стороны сегодня отпущу, проще сказать, выгоню, тобой будет кто-то заниматься? Не будет. Не будет. Поэтому для тебя какой ответ остается? Только один. Быть здесь. Или я неправильно понял? Правильно. А нам терпеть это. И непрерывно учить тебя, я прошу, братья, помогите мне. Ну, ты помнишь, как профессор Преображенский этому говорит? Барменталь-то, ты уж останься, не могу я больше с этим Шариковым. Ну, останься, не уходи домой жить, у меня живи. У меня вот это состояние. Попутно сказать сегодня, когда начинают, вот архиерей сказал, вы должны перейти были, ну и сказал, и что... У меня голова своя есть, куда он меня будет толкать-то? Это не каноническое правило. Я вас передаю в Московскую патриархию. Мы там не образовывались, и община, речь вот об общине. Патриархию мы не отрицаем. Это путинская была затея. Я что, из кожи вылупается выполнить путинский заказ. Выполнили, признали акт о каноническом общении. А теперь не это им надо. Им надо полностью, чтобы задушить всякую свободу. Не будет этого. 13 юрисдикций уже образовано, которые не вошли в Московский патриархат. А это не православные, это раскольники, это псевдоправославные. То есть дальше начинается раскольники и прочее. Есть мир другой. И надо увидеть, есть истинно православные христиане, которые на патриархию смотрят как на полное отступление от заповедей Христовых. Совершенное. И считать, что наше сказано. Да вы говорили, старообрядцев-то душили 300 лет, а теперь... За рубежом принимают, соборно. В патриархии 71 году соборно. Простимте друг друга, и те решения соборные против старообрядцев, якобы бывшие. А тут один архиерей сказал, я благословляю вас перейти под домопор. Да через 5 минут он уже пишет письмо, якобы бывшие. Ну вообрази это. А теперь уже наседает на митрополита, и он сказал, будто Потеряевку больше не поедет. А откуда эти сведения, как я верю, потому что это лжецы, бесенята маленькие бегают. А как было, когда от нас он поехал, это 16 сентября 2015 года, это было вот только что, полмесяца назад. И отец Аким ему позвонил, говорит, владыка, простите, я забыл сказать вам, ничего говорите, он в машине едет. На следующий год у нас будет круглая дата. Ну, не кругло, а так принято. Четверть века. 25 лет, как Потеряевка начала восстанавливаться. Получила статус. Владыка, вы были же у нас здесь, да. Ну, а вы не против, если нам, к нам приедут еще те, кто нам сильно помогал? Мы хотим пригласить митрополита Илариона Капрала из-за границы. Нашего первого иерарха. А раз он первый иерарх, он и епископ. Ну, и Марка. Арт фамилия его, немецкого архиепископа, немцами там. Вы не против? Да что вы, отец Аким, я двумя руками за это. Это что, выходит, он и сказал, теперь вы на него насели, он отступил? Да если бы даже так было, как я могу вам верить, когда здесь явно? Он не просто это говорил, он в восторге говорил. И приедет сюда Иларион, он тогда, нет, я Потеряевку не поеду. Ну понимаете, нет, то есть злоба вообще отнимает разум. И вот люди, которые в этой злобе причащались, вот сейчас на меня нападают, двое СД, их фамилии, мы договорились с одним не упоминать, а он сейчас лезет в открытую, я его нигде не называю, я это держу. А он лезет, почему? Потому что безбожник, Библию не знает, пришел из баптистов, пришел, зачем пришел, когда у баптистов все лучше, кроме того, что они не церковь, нет священства. Один момент. А он здесь, это церковь, то другое, то есть совершенно непонятно что. И сегодня я ему сказал, владыка, на вас будут наседать, чтобы заочно нас не разлучили. Да вы что, Игнатий? Ну, видно, как прощается, из машины руку жмет, как обнимает, целует, как он меня причащает.
Он меня просит сказать проповедь. При нем я говорю проповедь в храме. Этим людям ничего этого не надо. А кто у вас епископ? Иларион. Иларион, без епископа нельзя. А он в Америке. Ну, я сказал. Если два раза повторяю, похоже, я спорить начинаю. Спорить не должно рабу Божию. Я вам ответил. Пашите на других лошадях. На мне пахать не придется вам. Мою ослицу многие запрягали, да там и прижалась у скалы, где обличили безумие пророка. У нас прекрасные отношения с Иларионом. Я там жил с ним, пил и ел и ездил. Батюшка с ним был. Встречался и в Австралии, и в Америке. Так, им надо сейчас разделить, показать. Мы не церковь раскольники, не церковь раскольники. Ну, успокойся, ну, раскольники, ну, они живы еще. Для вас все раскольники, которые не КГБшники, которые не сергианцы, которые не предали церковь. Это все враги, все. Меня судят, а священник выступает. Я говорил, у нас хорошие, лояльные отношения. Лояльные. Какие лояльные? Здесь льялы есть корабля, самые последние, куда стекает вся нечистота. Пространство такое, льялы. Лояльные отношения. А из-за Лапкина у нас портятся отношения с советской властью. Паршин здесь выходит, Павел. Братья и сестры, завтра у нас торжественный молебен будет в честь Октябрьской социалистической великой революции. Новосибирский храм. Вы еще забыли? Считайте, в интернете легко найти, материал называется «Горькие плоды сладкого плена» Зоя Александровна Крахмальникова. Я лично с ней знакомый был, на дому не раз беседовали. Это как голос Деворы прозвучал. Она жидовка, она православная христианка была. А вот она ушла в Богородичный центр, не одобряю. Но это ее выбор. Эти никого не признают, только одни. Вот они в конце плетутся, эти хулители. Им надо развернуть всех, а строй повернулся в обратном направлении. Теперь они первые. Я этот знаю. Ты слышишь, что я говорю? Да. А для чего я сюда это сказал? Они толкают нас вот в эту нечистоту, в эту сажу, в эту грязь. Чтобы мы не отличались чистое от нечистого. Благодаря русской православной зарубежной церкви мы состоялись. Если мы войдем в патриархию, сегодня мы будем уничтожены. Ни лагеря, ни того, что здесь делается, восстановление Потеряевки, ни миссионерских работ, ни книг. Ничего не будет. И все. Мы их признаем, молимся вместе. Наши дети в Покровском соборе, два епископа. Евтихий тогда был Максим. Максим приезжал сюда, служил литургию. С Антонием. Три епископа было на Алтае. И со всеми прекрасные отношения, вместе служим. Чего еще нужно? А вы его не поминаете. Да от моего поминания что изменится? Но они, когда бывают здесь, поминают патриарха. Во всей русской православной зарубежной церкви так. Не поминают ее. И они пошли на это, а тут они экономят, чтобы постепенно завести и башку отрубить. Я их знаю. Очень хорошо. И они вокруг меня беснуются сейчас, крутятся. А мне до того интересно, где это вакханалия кончится. Мои ролики. Мои ролики, мой ресурс, мой YouTube-канал, мой сайт, мой форум. Это мое. Я вычитал целую серию сейчас из книги «Для слова Божия нет уст». Кто же такой Игнатий Лапкин? Они не обо мне говорят. И поэтому, что он говорит, там бесноватый, он в аду. Это не ко мне. Я каждый день молю Бога за рождение свыше. 27 сентября 1962 года, 17:00. У них этого не было, они не знают. Я каждый день благодарю за водительство Духом Святым, который открывает помыслы человеческие, который направляет, дает раскаяние. Они об этом понятия не имеют. Главное угодить. Это лицемерие, трусость и корысть. А они в свободе ни одного слова сказать не могли. Они всех толкают в эту сажу, в эту грязь. Над тобой никто не трудился. Вот приехал такой. Я тебя не принимал, я чувствовал что-то не то. Что не знал. Но принял. Принял, я от тебя не отрекаюсь. Я тебе сказал. Как только приезжаем, Сергей Павлович тебя берет к себе. У меня ты не будешь. Я сказал, срок неделя, чтобы ты сделал разницу у него жить и у нас. Он тебя угнетать не будет, но ты стремись помочь в каждом деле. А не так, что там где-то от собак, что-то где-то, я не буду, запах не тот. Значит, ты не нуждаешься в жилье. Ты хорошо понял? У нас придется снег в ограде кидать, к соседу не кидать, в забор не бить. Человек неверующий. Он сразу же пришел, дети бросали снежком, два раза ударили, и через забор попало ему в стене. А он не же сожженный дом, у него там стены стоят, он ничего нет. Он тоже сразу явился.
А то почему мне в стену бьют? Ну, дети маленькие играли. Почему бьют? Виноват. Прости меня. Прости. Я был в храме, а я сказал, матери, не отпускайте одних детей. Смотрите за ними, как они играют. Будьте бдительны, люди. Я люблю вас. Кто сказал? Христос. А? Христос говорил. Юлиус Фучик. В материале репортаж с петлей на шее. А кто такой Юлиус Фучик? Знаю. Журналист, наверное, какой. Где? В какой стране? Судя по имени, какой-то латыш, может, или кто-то. Кто такой Юлиус Фучик? Я не знаю. Кто такой? Не знаю. Вот в какой обстановке? А этот человек многое сделал для того, чтобы люди жили свободными. Узнайте, откройте сами, посмотрите. Я вам цитирую материалы их. Я тебя спросил как-то попутно сказать, кто сказал, что животные наши меньшие братья? Кто этому молву пустил, что это братья? Сент-Экзюпери. Кто такой? Ну, это французский писатель. Писатель. А кончина его какая была? Он упал в море на самолете. А откуда ты это знаешь? Ну, интересовался литературой всегда, мне интересно было. Никто не знает, никто не видел. Слово «упал в море» — это надо видеть. Это только предположение. Никто не знает, пленен ли он, где-то умер. Ни самолета, ни его нету. Нашли, 5 лет назад самолет-то нашли его в море. Уже официально это объявили. Ну ладно, нашли, нашли. Там можно все угодно сделать. Люди требуют, найдите, найдите, найдите. У нас в Барнауле исчезли 5 абитуриенок. Приехали поступать, и одна исчезла вместе с матерью. Искали, искали, и теперь пашут, где выпахивают трупы. Ну, из Москвы приехал Колесников. Твой однофамилец. Какой-то там прокурор из прокурора где-то. Теперь Москва требует отчета. Это все-таки погибли люди. Ну, я уже знаю заранее, сейчас они кого-то возьмут, ну, из преступников где-то. Они поведут его на допрос, на освидетельствование, на месте посмотреть как. А он что-то с собой сделает, под машину бросится или в окно. Я другого не жду. Я студентам говорю это. Проходит несколько дней, повели его, к себе наручниками не приковали, идут по лестничной площадке там где-то, и он бросился в окно с 5-го этажа и разбился. Все, Колесников говорит, нашли, но не могли довести. Убили Даниила Сысоева. Найти! Нашли? Не нашли. Сейчас кому-то пистолет найдут, скажут, по полету пули мы определили. Все, нашли какого-то киргиза, и он не подчинился, его застрелили. Мы его нашли, но он не подчинился, мы застрелили. Допрашивать некого. Я для чего это говорю? А для того, что везде они обманывают. Им верить нельзя. Нас это не касается. Но, к примеру сказать, не доверяйся, уши сильно не распускай. Мы начали с чего? Это грязь нам вливает в душу. Средства массовой информации и прочее. А ты разберись. Так это или не так? Сейчас только контрактники в очередь выстраиваются бомбить Сирию. Придется горько хлебать, что туда ввязались. Это я попутно хочу сказать. И пленных они не держат, которые контрактники. Секир башка. И даже принятие ислама ничего не изменит. А в очередь выстраивается, показывает, очередь стоит. Они везде лезут, в Украину, в Донбасс, везде. Почему? У людей нет никакой цели. А что нужно делать? Молиться. Ну, наших бьют там. Молиться, больше ничего нету. Меня долбят со всех сторон. Священники это, лжесвященники, может быть. Может быть. А что делать? Молиться. И вот, видя это поношение, как Давид говорит, что-то мне Бог простит. Да воззрит на мое смирение перед ними. Я им не отвечаю ни одному. Зачем? Я выставляю капитальные материалы. А у него ничего нету. Это он с таким духом ненависти определяет, где в аду быть. Я говорю, нельзя этого делать. Они определяли Христос силой Вельзевула и прочее. Как евреи говорят, а где Христос? Спроси евреев-то. Их с детства учат где? Он в аду Христос. И рот его каждый день наполняет человеческими испражнениями. Я уж скажу. То есть они не знают, а Богородица кто такая? Блудница. Нажившая Христа не от кого-то, а это на племянника, от солдата. Да не от солдата, а от дезертира. То есть думать еще как усилить. Ну и что теперь из этого? Биография преблагословенной матери не меняется от этого. Раз они меня так злостно хулят, а моего ничего нет, я выставлю серию материалов, тоже такой Игнатий Лапкин-то. Ну, кому-то будет понятно. Тем более не то, что я говорю о себе, а журналисты, священники, архиереи, что обо мне говорят. Это в материалах собран срез нашей истории. Вот я благодарю тебя, что ты осознал. И кроме того, из ничтожного
извлекли полезное. Ты не обиделся на этот разговор? Садимся за стол. Ты со мной работаешь в паре сегодня опять. Я тебя выведу в люди. Господи, слава тебе. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Отче всех на Тебя, Господи, уповает, и даешь им пищу во благовремени, отверзаешь этой щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому, ныне присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостив будь мне грешен, создав мне, Господи, помилуй меня. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешен и помилуй. Они требуют стандартизации даже молитвы. Они не понимают. А вот Кирилл Сахаров на Берсеневке, Данилов вал, там 250 метров от храма Христа Спасителя. Он все службы, все ведет, по всей стране ездит. И при патриархе, только по-старообрядчески. И он не единоверец. Нет, я сказал, это самый правильный путь. Путь признания своей ошибки. А дальше, ну, кому как будет где-то. Я у него был, неоднократно выступал с проповедью в разных храмах. Там при больнице и здесь. Богу нашему слава, да благословенны будут и патриарх, и епископы, и священники, да дарует Господь всем духовное рождение, а не поношение. Чтобы вот так злостно трамбовали, как на меня, это мимо идет, меня это не касается. Хулители, я вам никогда не отвечаю, до вашего уровня никогда не спущусь. Зачем? Я ответил, все. Воды святой. Так, это что такое? Никита, это что у нас налито? Не знаю, что это налито, это я не наливал. Ну а ты святую воду наливал сегодня? Нет еще. Нет еще? Тут непонятно что-то. Вымой кружку. Вот я смотри, как святую воду, помаленечку. Раз. Для меня это особое лекарство. На ладонь протираю глаза, уши, ну и все остальное, что болит. Давай. Вот Сергей теперь. Вот мы наша утренняя зарядка. Тебе помочь? Давай. Давайте. Так, вот это вот убрать грязное, ты так и не понял меня. Держи. Вот так надо делать. Топ. Задержи за ручку, у него руки грязные, он опять запачкает. Теперь смотри. Я вот беру, гляди как, ножом. Вот эту верхнюю часть, тут 4 газетки, Володя, брось там на это. Теперь на это мы ставим, ставь ее в ведро. Ставь это. Все, начинаем чистить. О, да, гальян это прям царский, гляди, какие огромные. Это вообще считается какой-то попал большой, как, ну, прям начальник какой-то. Епископ. Вот так. Туда, когда посохло все, не надо больше ничего. Сейчас мы ее сделаем, я помогу, потому что я пользуюсь рыбой, я очень люблю ее. Все, Володя, спаси Христос. Как бы не Володя, у нас многих роликов бы не было. Он все успевает заснять.